Всем здравствуйте. Сегодня решил я показать, что же у меня, какие призы мне дали в подарках. Решил не дожидаться. Не выловил я их всех, потерял немножечко, конечно, надежду теряю уже выловить. И решил открыть, показать вам, что есть у меня в первых 5 подарках. Начнем с первого номера. Откроем, посмотрим. Итак, нажимаем. В коробочке лежало денежки 504 тысячи. Купонов 2 штучки и отвар удачи. Давайте откроем следующий подарочек, посмотрим, что же в нем находится. Подарок номер 2, синенький, со звездочками. Итак, открываем. Деньги, миллиончик. Подарочные купоны. Кровь острорылого крокодила. И отвар мастерства. Нажимаем на третий подарочек. Используем. Опа, вот вам и незадачка. Коробочка не найдена, пишут. Ну ладно, я думаю, все это вопрос решится, когда я перезайду в игру. Сейчас мы с вами откроем следующий, четвертый подарок. Вот тут открываем, смотрим денежки. 2 миллиончика тут. Подарочные купоны. Губка черная, китовый отвар. Получаем призы. Хорошо. Сейчас откроем мы следующую коробочку. Посмотрим, что в ней находится. Это подарок номер 5 по счету, если слева направо, как он в квесте заявлен. Открываем. Получаем денежки. Купончики. Черную баночку и отвар супер удачи. Вот это самый ценный приз, который удалось мне открыть, получить, выловить в этих коробочках. Вот так вот, ребятки. Ну, сейчас я перезайду в игру все-таки и открою ту коробочку третью, которую у нас игра сказала, что не обнаружена коробочка. Посмотрим, появится ли она или нет. Или меня лишат этой коробки. Мне самому интересно. Итак, вот я перезашел в игру. Сейчас посмотрим, есть ли она у нас здесь. Да, вот она появилась, кстати. Ну и хорошо. Хорошо. Нажимаем, смотрим. Тоже денежка. Купончики, пустая бочечка и... И отвар кладолова. Вот такие вот подарочки удалось мне поймать. Ну что ж, давайте посмотрим в рюкзачке, появилось ли все это, что у нас тут мы открыли с вами. Все ли тут у нас на месте. Ничего у нас тут не обманули нас, ничего не пропало. Вот отвар мастерства. Удача. Супер удача. Кровь. Острорылова, пустая бочка, отвар кладолова, черная баночка. Вроде все на месте. Китовый отварчик, да. Вроде все в порядке, все хорошо. Ну что ж, спасибо за такой квест. Черная губочка, кстати, еще, да, тоже. Спасибо за такой квест. К сожалению, может быть, я его до конца-то не пройду, но, тем не менее, что-то да выловил, что-то да порадовало меня. Желаю всем удачной рыбалочки. Счастливо. Пока-пока.